Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим очень вкусный и полезный салатик. Новогодняя премьера. Этот салат станет украшением вашего праздничного новогоднего стола. Готовьте на здоровье, готовьте в удовольствии. Для салатика нам нужны будут следующие продукты. 300 граммов куриной печени, 2 отварного картофеля, 1 отварная морковь, 2 маринованных огурца, зеленый лук, соль, перец добавляем по вкусу, салат заправляем домашним майонезом. Рецепт у меня есть на канале и будет в ссылке под видео. И 2 корнишона для украшения. Сковороду включила разогреваться. Куриную печень нарезаем на небольшие кусочки. На раскаленной сковороде с растительным маслом обжариваем куриную печень. Печеночка готовится очень быстро. Посолили и поперчили по вкусу. Мне нравится в салате именно обжаренная печень. Сейчас вот так печень разламываем лопаточкой. Если кровь немножко есть, значит дожариваем. Если нет, значит печень готова. Мы немного еще дожариваем. Подготавливаем все продукты. Зеленый лук мелко нарезаем. Маринованные огурцы нарезаем кубиком. Обжаренную печень также нарезаем небольшим кубиком. Отварную морковь и отварной картофель натираем на крупной терке. Когда все продукты готовы, быстренько собираем салатик. Салат, ну, очень вкусный. Рекомендую, приготовьте. Именно с обжаренной печенью. Мне в салате больше нравится жареная печень, а не отварная. Отварная уже не то. Для сборки салата использую раздвижное кольцо. Диаметр 16 сантиметров. Выкладываем натертый картофель. Разравниваем. Этот слой картофеля нужно обязательно посолить и поперчить по вкусу. Разровняли. И подперчили. Этот салат без яиц. И используя одноразовый кондитерский мешок и домашний майонез, мы тонким слоем наносим майонез. Нанесли. Дальше выкладываем обжаренную печень с остатками растительного масла. Обязательно. Не люблю сухую печень. И разравниваем. Печень мы солили и перчили по вкусу. Немножко так уплотняем этот слой, придавливаем и наносим слой майонеза. Собираем салат в считанные секунды. Очень быстро. Есть. Следующий слой у нас маринованные огурчики, которые придают салату пикантность. Разравниваем этот слой. Уплотняем. И наносим чуточку майонеза, совсем немного. И последний слой, который мы будем смазывать майонезом, это отварная морковь. Разравниваем и уплотняем. Наносим майонез. Все, что у меня осталось в пакетике. И этот слой разглаживаем вилкой или ложкой, как вам удобно. Разравниваем. И сверху посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Конечно, каждый салатик можно корректировать на свой вкус. Для меня этот салат просто идеальный. Готовьте, не пожалеете. Теперь смотрите, берем и снимаем колечко. Не спешим.
Здесь у меня всегда повреждение, потому что здесь крепится кольцо. Вот, отлично. Достали. Ну и двумя корнишонами украшаем салатик. Вот так. Всем приятного аппетита! Радуйте свою семью вкусными и красивыми салатами. Ну что, попробуем салатик. Разломаем эту красоту. Вкусно. Нежно. Салат просто объедение. Готовьте, не пожалеете. Салат «Новогодняя премьера» готов. Красивый, сытный, вкусный, яркий. Всем рекомендую приготовить. Желаю, чтобы ваш праздничный новогодний стол был самым красивым и самым вкусным. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!